Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Мы только-только приступаем к работе. Тем временем пермяк Михаил Дудин уже немного подежурил за нас рядом с домом номер 1А по улице Охотников. Он и рассказал о том, что еще совсем недавно здесь была контейнерная площадка. Ну а когда ее демонтировали, народ, можно сказать, по привычке, продолжил приносить сюда пакеты с бытовыми отходами. И теперь на этом самом месте образовалась самая, что ни на есть настоящая, несанкционированная мусорная свалка. Ну а телезрительский кадр дня у нас нынче от Александра Иваненко. И называется он «Заседание районной думы состоялось». Когда-то на этом самом месте был мост через реку Данилиха, который соединял улицу Грузинскую с Екатерининской. Но однажды пришли сюда специально обученные люди, старый мост разобрали, установили металлический каркас для нового. На этом, собственно, все и закончилось. Ни объявлений, ни телодвижений. Тем временем местные жители обеспокоены. Неужели они так и останутся без этой переправы? Кроме того, находятся такие товарищи, которые считают, что им не только море по колено, но и Данилиха, и пытаются попасть с одного берега на другой по металлическим рельсам. Благо, пока обошлось без происшествий. А если кто-нибудь сорвется? А если это будет ребенок? В любом случае, если завершить ремонт пока невозможно, нужно установить здесь либо ограждение, либо развесить сигнальные ленты, предупреждающие об опасности. Когда-то здесь, напротив дома номер 70А по улице Плеханова, стояла контейнерная площадка. Недавно ее демонтировали, и тут началось, как это часто бывает. Одни местные жители тут же начали искать новую площадку для того, чтобы выбрасывать мусор, а другие решили не заморачиваться и продолжают складывать пакеты с бытовыми отходами на прежнее место. Ну что ж, почти все жители близлежащих домов на улице Плеханова научились таки выносить мусор на новую контейнерную площадку. Впрочем, нет-нет, 2-3 пакета кто-нибудь сюда да притащит. И кому это действительно доставляет удовольствие, так это обосновавшимся здесь местным обитателям, целому семейству крыс, которые по ходу событий место жительства менять не собираются, ведут себя спокойно, прыгают, бегают, веселятся, выходят из норок целыми группами, чтобы посмотреть, а не принесли ли им что-нибудь вкусненького. Ой, ну надо же, опять принесли. Ну а если серьезно, местных жителей такое соседство не радует, если не сказать тревожит. Наверное, многие пермяки хотя бы раз в жизни у себя во дворе наблюдали, как выходила какая-нибудь добрая бабушка и начинала кормить голубей. Ну, голуби-то это понятно. А часто ли вы видели кормление уток на детской площадке? Нам с оператором сегодня повезло. Надо признать, довольно-таки странное сочетание. Утки, песочницы, голуби, качели. Именно все это и складывается в забавную картину сегодняшнего дня. Ни в коем случае не забывайте о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок сертификат на 1500 рублей от компании-производителя одежды для детей от 0 до 6 лет «Солнечный миф». Новый магазин «Солнечный миф» открылся в торговом центре «Навигатор» на Ладыгина, 9. Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!